Ну вот, пожалуйста. Кстати, мне кажется, вот это не вошло. «Как по льду». Песня, которая была написана в 6 утра. Подожди, пытка прошлым, утоплена в коньяк, рефлексия. Вот здесь кусочек. Есть «Фиеста». Это тоже не вошло. Я не хочу ничего рекомендовать, но мне помогли выжить именно вот эти пистолярные занятия. Во-первых, записывать все, что касается своих чувств, эмоций, своих падений, промахов, взлетов, побед. Все это беспристрастно, бескомпромиссно записывать на лист бумаги. Так проще жить дальше. И, конечно, я всю жизнь писала ручкой на листе бумаги, как вот, собственно говоря, вот здесь, например. И только так я пишу песни, и только так я буду продолжать писать. 25 июня. Классная книжка будет.